В Подмосковье до 25 февраля сохраняется требование по переводу на удаленный режим работы 30% сотрудников, без учета привитых и переболевших, из-за непростой ситуации с коронавирусом. Эта мера необходима, чтобы снизить нагрузку врачам и остановить распространение штамма омикрон. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.